Сквик-сквик. Привет, я Прости Темплар, и это, да, сердечная наша любимая с тобой медицина. Hurts Medicine, Time to Heal. Давай с тобой без лишних слов, без лишних предисловий продолжим, закончим сегодня с аптекой, узнаем, как вот эта вот нарколыга ебаная у нас ворует таблетки, зачем ему таблетки, что он с ними делает, сам употребляет или паскуда тварь их продает на стороне. Поэтому сегодня заканчиваем с аптекой, смотрим, что будет дальше. Ну а ты не смотрел предыдущую серию, ссылочка на плейлист в описании под видео. Обязательно посмотри, поставь лайк и да, не забудь подписаться. А мы давай 19 уровень с тобой начнем. Пусть все места для ожидания будут заняты. Ну ладно, пусть так, пусть. О, точно, точно, точно. Мы же с тобой на чем остановились-то? Мы же в его кабинет-то забрались. Мы-то тут ищем. Мы-то тут доказательства найдем. А я тебе говорю, они вот, вот тут вот в этом ящичке. И я хочу, чтобы вы ушли. Ишь ты, что ты хочешь? Это, между прочим, обыск. У нас есть ордер. Где-то. Прости, Дэнни. Да ты смотри, да он... Да он прям принимает сам, ничего он не продает. У меня нет на это времени. Мне надо дела делать. Не вини Элли. Уходите! Побежала, побежала. Он Рут напугал. Ага, ага, ага. Довольный, сразу смотри, все ушли, сразу довольный. Ну-ка. Ну-ка, так, не... Вот они где! Ах ты, тварь! Ах ты, нарколыга все-таки ебаная сам употребляет. Рут, ну что ж ты не проверил-то все углы, все нычки, все заначки, а? Ой, нам не следовало этого делать, Рут. Следовало, вон они были. Он пиздит, спиздил и употребляет. Я была более чем уверена, но там ничего не было. Да ты плохо искала, хуёво ты искала, ты вообще не там смотрела. Пора снова открывать аптеку, а меня тошнит от всего этого. Я надеюсь, что он простит нас. Ой, да сейчас закинется, да простит. Так, у нас в целом-то денег не осталось, предпоследний уровень, поэтому, скорее всего, лабораторию мы улучшать не будем, а как мне посоветовали в комментариях, мы с тобой сэкономим и оставим, сохраним денежку. Поэтому играть... Подождем, давай немножко, ни беда, ни страшно, пусть все придут. Заходите, гости дорогие, я вас жду. Следующий. Сел. Тык, тык. Сейчас пока тут таблеток намучу, подожди. Хоть-хоть сболтать, но не смешивать. Сюда, бегу, 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 не умирать, не умирать. Оливер, 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 есть. Давай сюда. Ты что там недовольный-то? Недовольный. Иди давай сюда. Бинт. На тебе бинт. Сейчас я тебе таблетки-то выберу. А, так, пластырь. Это... Я в прошлой серии сказал, что это этот крекер. Это не крекер, это таблетки с пластырем. Я не знаю, как это связано, но это явно не крекер. Так, ага. 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 Мысли нет, когда да. А, пук-пук на кассе! Пук-пук на кассе! Так, а вы вообще должны ждать. Я буду ждать, пока вы тут все не усядетесь. И мне чихать я хотел там пук-пук, не пук-пук. Давайте их выпишем. Странное испытание, ну ладно. Так, листочек, лепездочек. А, пилюлька. Хоть-хоть-хоть, бегу я. Так, таблетосы. Хоть-хоть-хоть. Есть, готово, я бегу. Бегу-бегу-бегу-бегу. Не сердись, мадам, ну что ты отвернулся? Ну что ты обиделся-то? Ой, и ладно, на обиженных воду возит. Обидели-обидели, всех лечили, ее не видели. Сиди пока. Не надо. Сиди, сказали тебе пока. Из места. Сиди не с места, третьего ждем. Садись. Ты сюда. Ты сюда. Всех вылечу, никого не обижу. Просто надо чуть-чуть подождать. Сиди пока. Лысый пока сидит. Ему ничего не помогает. Он все приходит, 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 приходит. Пытается
что-то вырастить на своей неблаготворной почве. Давай пока таблетосов наберем. Садись. Бегу укол делать. Бегу. Аптечку иду. Иду. Желтая или зеленая, черт знает. Хоть. И сюда. Ждем третьего. Сегодня принимаем только по трое. Не я это придумал, это правило больницы. Новый регламент у нас здесь, поэтому не ругайтесь. Компресс. Тебе капли. Вот эти пилюлины надо. Вот это пилюльки. Ты сиди пока, не надо. Не надо этого делать. Я про тебя забыл, подожди, я пока сижу, смотрю, эти тут ждут, я про тебя забыл. Да что ты? Возьми синюю! Хоть. Садись. Так, таблетки. Вот это. Справка, на. Это на. Ты садись, давай сюда, ты на выписку. Три звезды надо набить. Невыгодно оставлять их в кресле ожидания вообще. Потому что у них начинает теряться сердца, начинаю я сам путаться. Легче их сразу направлять туда, куда им надо. Пилюлька. Держи. Садись. Тыри-тыри-тыри-ты. Ты сюда. Крест-накрест. Так, таблетосы есть, компресс есть, вот это есть, набрали. Раз, два, три, хоть на выписку. Укольчик. Стульчик. Все замечательно. Справочку я тебе сейчас дам. Держи, лысый, справку. Потому что почему? Потому что без бумажки он какашка, а с бумажкой человек. Хоть и лысый, тоже человек. Еще одного принимаем. Последнего. Оливер был. Вот здесь спрятался, да? Нет, еще один зашел. Не, ну 5 звезд точно будет. Все. Держи пилюльки. Все, на выписку. 5 звезд. Какие 5 звезд? Я уже какой раз говорю? 5 звезд. 5 и 5. 5. Какие 5 звезд? Мы что, в GTA с тобой играем? Мы танк с тобой вызвать хотим? Нет, 3 звезды. Вот. 5 звезд. Все включено. Сквик. А задание есть. Да ладно, не парь, Стельс, ну нарколыга он. Ну все, мы все видели. Вот тут даже вот разрез видно. А, ток. Дэниел, можно войти? Так. Вот! Он пытается спрятать, смотри! Глаза подними, смотри сюда, вот! Ну вот! Нам очень жаль, Дэниел. Мы хотим извиниться, Дэниел. То, что мы сделали, ужасно. Вот, смотри, вот. Вот у тебя глаз прям туда. Вот. Вот, смотри. А, ничего страшного. Обычная ошибка. Это могло случиться с каждым. Сюда смотрите. Нет, Дэниел, то, что мы сделали, плохо. Да вот, он прям ее уже раздавил практически. Куда вы... А вот и все. А вот ты спалился, а вот ты попался. А вот так, а ты все таблетки-то спиздил нас. А вот и все, поймали тебя с поличным, падла, в наручники его. Держите нарколыгу. Я знала. Дэниел, ты не мог. Мог, смотри сколько. Я уже начала верить, что схожу с ума. Эти таблетки возвращаются вместе со мной в аптеку. Ты не можешь их забрать? Они нужны мне! Конечно, нужны! Ты ж без них эта ломка начнется! Нужны они ему! Свяжи его, давай его тут привяжем, пока у него вот этот токсин весь выведется из организма, будет жить здесь в кресле. Даже так? И я должен продолжать работать! Я должен закончить ремонт! Я хотел доказать отцу, что могу с этим справиться! Мой отец, он будет так разочарован. Не слушай, это типичная отмазка нарколыги. Забирай таблетки и уходим. Твой отец. Радуйся, что мы не поставили в известность правление больницы. Пока.
Рут, мы не можем. Дэниел совершил ошибку, большую ошибку. Много ошибок он совершил. Но если мы привлечем правление, он потеряет все. Ошибку? Самоврачующийся доктор. Какое клише! А ты и предлагаешь просто забыть об этом, чтобы он продолжал работать со своей зависимостью? Что если я помогу ему избавиться от зависимости? Да, привяжем его к стулу и выведем токсины. Рут, пожалуйста. Ага. И как мы будем его, это, типа, лечить? Сейчас мы его вылечим. А вон, он таблетку опять спрятал, наркал. И вот таблетка, и вот таблетка, и вот таблетка. Ты смотри, сколько таблеток. И вот под ковром. И в цветке. Вроде все, да? Под подушкой нет? Дэниел, снимай штаны, будем проверять, есть ли там что-то. Ты смотри, сколько таблеток он захавал. Для начала надо выбросить все лекарства, которые у тебя есть. А их тут ого-го. Я знаю, тебе стыдно, но мы пройдем через это. Хоть. А вот это ты их на это. Да наверняка он как нарколык-то прохаванное, пропитое, пробитое. Где-то одну пачечку-то там доприпрятал, да, за картиной какой-нибудь. Наверняка. Наверняка где-то что-то есть. И я уверен, ему даже жизнь уже не имела без таблеток. Все. Не все, не. I've seen this happen. Ну вот у него ломка. Я тебе говорю, у него ломка, его знобит, его колбасит, его трясет. Он плачет, он ревет. Бьется в истерике, говорит, дай одну, ну дай одну. Эллисон, не давай ему ничего. Говорит, умоляю тебя, Эллисон, там несколько стадий. Принятие, отрицание, гнев, вот это он все будет проходить. Все, говорит, я буду пресс вообще качать. Эллисон уснул, он таблетку ищет. Говорит, на улице таблетки точно есть. Ну все, это вот уже стадия принятия. Он плачет, ревет опять же. Теперь Эллисон спит. Вот это на превьюшку поставлю, и такой заголовок за бабах, то что подумал, что они переспали, прикинь, да? Вот так вот. Спасибо! Да в смысле, за один день нельзя от зависимости избавиться, ты! Где спрятал еще? Ну-ка, признавайся, отвечай. Я вот, я спецом смотрю, я найду, блядь. Да ну нет! Да не, нельзя так излечиться, нет! Пока рано благодарить меня, у тебя впереди долгий путь. Смотреть видеоролик. Не надо смотреть, мы смотрели. Так, ну давай, 20 уровень, заканчиваем. Пусть у стойки с прессой постоит 20 пациентов. Окей, это можно. Все, Рут, неблагодари, мы его вылечили. Правда, я не верю. Ой, не верю я, ой, не верю я ему. Ну, как поживает твой любимый пациент? Кажется, ему лучше. А у тебя как дела? Но аптека набита лекарствами, поэтому заказ приходит вовремя, поэтому я просто счастлива. Ты в курсе, что сегодня твой последний день интернатуры в аптеке? Да. Ну что ж, тогда приступим к работе. Так, давай ничего улучшать не будем. Вот этот аппарат, ладно, черт бы с ним, хоть как он выглядит-то. Ну, по факту то же самое. Ну ладно, давай денежку сэкономим с тобой, да? Ты иди посмотри. Есть. Тоже иди посмотри. Короче, этап у нас следующий. Чтобы они сначала побыли здесь... Потом пошли туда, куда им надо. Раз, 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 раз. Хоть, хоть, бегу. Ай, забыл тебя поставить. Иди посмотри на стоечку. Садись, смотри. Посмотрел, иди тоже посмотри. Оливер, Оливер. А, вот он, глаз торчит. Вижу я тебя. Хоть, хоть, хоть. Компресс. А ты посмотрел на стойку, нет? Меняйтесь, теперь его очередь смотреть. Да ну не верь я, Дэниел. Да не мог он вылечиться за один день. Нет, все он врет.
он где-то припрятал такие вот огроменные вот такие пилюли своей наркоты где-то там приныкал. В штанах у себя, небось, где-нибудь спрятал? Или за картиной? И я тебе говорю, будет еще употреблять, прям вот, я тебе говорю. Нет ему больше никакого доверия. Наркоманам веры нет. Нет, ну, на самом деле, наркомана восстановить можно. Это 100%. Да, это тяжелый, долгий процесс, долгий путь. Но это возможно, это реально. Но главное условие, чтобы нарколыга ебаная вылечилась, надо что сделать? Правильно, надо, чтобы сам пациент этого захотел. Если пациент этого не хочет, то лечи, не лечи, один хрен не поможет. Не вылечишь. Хоть. Готово. Пока запись идет, а запись идет. Я просто забыл, поставил я на запись. Я тут разорался. Меня этот Дэниел прям вообще выбесил. Ах, а ты на стойке была, нет? Читай пока. Пока заполняю, пока читай. Хорош. Ты сюда, ты пилюлька. Справка, иди почитай. Иди садись. Надо не забывать направлять их к стойке, потому что я забываю. Компресс. Иди почитай еще раз. Там что-то новое появилось, я тебе говорю. Еще почитай. Где почитай? Аптечку. И сюда. И сюда. Так, еще пятерых нам. Так, три тебе синих, вот тебе активированный уголь. Иди, не боли. Такось, накось, Herbalife, вот тебе Herbalife. Тоже иди, не боли. Еще четверых. А какое у нас там следующее отделение? Радиология? А, нет, стой. Следующее отделение, по-моему, травматология. Травмпункт. По-моему, да. Экстренная помощь там, что называется. Я просто пытаюсь вспомнить. По-моему, да. Так. Ага. Еще четверых принимаю. Давайте. Еще не все журналы читаны и прочитаны, поэтому давайте. Заходите. Троих. Иди читай. Тут, кстати, Эльсон нарисована. Эльсон звезда у нас. Вот, смотри. Я тебе говорю, это она. Так, пилюлька. Еще раз пилюлька. Иди читай. Читай про Эльсон. Какой Эльсон замечательный врач. Мне нужен еще один. Иди читай. Ну все. Так, ну все, вы журналы прочитали от корки до корки, поэтому больше читать ничего не будете. Просто давайте по местам. Жирная банка. На тебе жирную банку. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап вареница. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Иди садись. Еще одного принимаю. Одного. Хотя еще один зайдет, да? Вот тебе огромная пилюлька. Вот я люблю делать эти огромные пилюльки. Их интереснее делать, чем маленькие. Там надо маленькие что-то тык-тык-тык, клац-клац-клац. А тут огромную как пилюлю забубенил, заебенил и в рот положил там. Воды столько в мире нет для того, чтобы ее запить. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Ой. Ой, ты смотри, впритык три звезды, прикинь.
прям вот впритык 2 очка. А, еще есть. Но все равно впритык, да? 10 очков, 12, ладно. 1000 монет. 1000. Сейчас все улучшим. Экстренная помощь, а я говорил. А я-то помню, как у нас отделение с тобой, ты прикинь. Накладывай швы, вынимай стекло, принимай пациентов, которые привозят на скорой помощи под началом очаровательной Софии. Ой, слушай, мы будем с Софией работать. Она в первой части показывалась несколько раз. Поэтому в целом-то мы ее узнаем. Кто это такая вообще? В первый раз ее по факту видим. Ну, вот и все. Я даже не спросил, куда тебя направляют дальше. А я что знаю? Что... не знаю, я не посмотрела свой план. Сейчас гляну. Дальше меня переводит Хогвартс. В экстренную помощь. Ай, тебе там очень понравится. Там ты узнаешь настоящие серьезные вещи. Не забывай обо мне, Элисон. Не глупи. Встретимся завтра за обедом. Ну все, бежим. Бежим в экстренную помощь. Давай. Замечательно. А, письмо. Слушай, я забыл про письмо, кстати. От кого письмо? Что? Ну что опять-то? Что случилось-то? Я еще от Дэниела не пришел в себя. Что случилось опять? М? Принимай пациентов на носилках в течение 6 секунд. Давай зайдем с тобой в комнату. У нас есть 11 алмазиков. Давай что-нибудь купим. Что-нибудь интересное. Мне интересно, что это за кирпичи. Обезьяна чи-чи-чи. Давай откроем кирпичи. Да? Да. А, это плиточное сердце здорово украшает новое крыло. Вот. Это вот это сделалось. Я думаю, что за кирпичи? 21 уровень. Здорово. Ты Элисон, да? Я София. Я руковожу отделением экстренной помощи. Ого, впечатляет. Да, но мне кажется, ты совсем справишься. Ил. Что такое? Что такое? Сирена, опасность, нет? А, вот она пищит. Ну, поехали. Денек будет веселым. Я готова. Отличный настрой. Так, я готов, я готов, я готов. Я Спанч Боб, давай что-нибудь улучшим. Давай раз 750... Элисон ходит быстрее. Слушай, за 750-то монет она должна не только ходить быстрее, она должна лечить быстрее, она должна сюжет развивать быстрее, она все должна делать быстрее. 750 монет как-никак. Я даже не знаю. Ну, дорого это как-то, 750 монет. Ну, давай, ладно, купим. И одно кресло прокачаем. Ну, вот так вот. Ты сюда. Принимай пациентов на носилках. О! Ты сам сюда приехал? Сам сюда приехал. Так, а где компресс? Компресс! Я задание провалил. А где компресс? А, тебе приложить компресс. Тебе потереть компресс. А я тут, дура, ищу компресс. Ой, да это легко. Так вот, даже описание не нужно. Да трись ты давай. Я просто подумал, принимай пациентов, а там надо было ждать 6 секунд и только потом класть сюда. Мне нравится, что они сами приезжают, так Оливер нашли. Они просто, они сами чух-чух и все. Их, по-моему, врач берет, так хоть толкает и типа, катись-ка ты в это отделение, там с тобой разберутся, тебе помогут. Бляха-муха, на тебя стекло упало, что ли? Ну, вроде бы неплохое отделение, забавное. Тоже сама прикатилась. Сама прикатилась, сама тележка уехала. Автоматика. А что с Урут-то случилось все-таки? Она же там прям переживала. Что-то там плохое случилось, да?
тебя порезать надо было. Ты смотри, приехал, мы его порезали скальпелем. Он сам на своих двоих ушел. Но вещей тут не так... А, нет, стой, тут смотри, тут, считай, тут что-то появится, да? Еще вот здесь поднос. И вот здесь, скорее всего, тоже. Там за мной видно, не видно. Тут есть оранжевый стенд. И, скорее всего... И, скорее всего, там тоже что-то будет. Бабусь! Это даешь, конечно, Ладно, все. Там сердец не осталось практически. Чуть бабку не убили. Ой. Сквик. Еще один незабываемый день, который я провела в отдыхе, пока стажер работала. Ты немного вымоталась, да? Ой, да прости, столько всего происходило. Не извиняйся, ты отлично поработала. Не знаю. Брось, тебя не стошнило, ты не упала в обморок и помогла нескольким пациентам. Ты никого не убила, кроме бабки почти, и сама до сих пор жива. А это все, по-моему, и есть отличная работа. Ну, замечательно. Вроде бы неплохая деваха. Помоги Эмили в больничной столовой. Вот мне, кстати, сказали, что вот эти вот всякие больничные столовые, это якобы отдельная какая-то игра, которую мы тоже можем посмотреть. А давай с тобой возьмем, зайдем и посмотрим. Давай попробуем. Да! Ты смотри, столовка! Столовка, прикинь! Чипсики хочешь? На тебе чипсики! Ты смотри, столовка! Бургер ты, а чё это такое? Как это? А, это самому собрать надо. На тебе свой чизбургер. Ты смотри, это столовка. Как ты из больницы резко в столовку, я даже как-то опешил. Ой, Коннор пришел. Иди, ну-ка, поешь. Иди поешь, давай губёхи свои смажь. Кофе тебе, сейчас тебе кофе-то будет, сейчас тебе плюну тебе в кружку твою, понял? Вон, на тебя с Дженни посажу как раз. Готово. Бляха, а чё вы так это резко-то бегаете, да? Подождите, я не успеваю, я сейчас всех выпишу. Там Дженни чипсы хочет, перебьешься. Перебьешься, падла, ты смотри, как Коннор там хлещет. Так, чай. Ой, Эллисон пришла. Эллисон, заходи, тебя по высшему разряду обслужу. Вот, Эллисон, мы по высшему разряду и обслужим. А Дженни пошла в жопу. Ты давай садись на стул, чё стоишь, как не родной. Чипсы пополним, супчик, да, сейчас тебе будет супчик. Дженни, блядь, подождешь. Похрену мне. Я обслуживаю Эльсу. Да на твою газировку, потерпи, Эллисон, прошу к столу. Что хотите? Пирожочек это можно. Так, Рут тоже обслуживаем. Ой, господи, как тут много всего. Ой, господи, боже мой. Ой, господи. Ой, Так, Рут забыли обслужить. Рут, я бегу, не надо орать на меня. На выписку. О, какую выписку? На расчет. Так, кофе, да? Сорян, забыл про кофе, подожди. Кофе готово. Кофе забирай, да подожди, не психуй. Садись на стол. Давай на поднос. Рассчитать. Так, тебе нужна губка, на тебе губку. Маргарита, как делать Маргариту? Маргариту, вот она. Или это кровавый Мэри, хрен знает, хрен разберешь. Там Рут бутер просит. Рут, подожди, а, пожалуйста. Много народу очень. Прям вообще кошмар какой-то. Как-то из больницы сюда попали, и я вообще, я все, я теряюсь. Где печенька-то? Вот печенька. Так, хот-дог. На тебе хот-дог. Ну, давай садись, ты сюда. Ой, набежали, налетели на меня. Ой, какой кошмар. Рут на выписку. Супчик, на тебе супчик. За супчиком беги. Этот хочет кровавую Мэри. И давай сюда. И сюда. Чипсики. На тебе чипсики со сметанкой. Так, тебе чаек. Плюс губка. Плюс чаек. На, держи. Чай. В смысле чай? На, чай. Бля, чай, это же кофе, ёб твою мать. Подожди ты. Хоть на выписку. Чипсы. Коннор заебал жрать, заебал сюда приходить вообще. Так,
кофе готово. Чай, ать. Хонор, давай садись. С дедом посидишь, не страшно, не беда. Что это такое? Перо хочет кофе. Конор, ты заебал кофе пить. Дженни, я тебя подальше посажу. А, она сюда. И сюда. Так, газировку. Сейчас я ее взболтаю хорошенечко. И сюда давай. Чипсы. Какие тебе чипсы? Ты видел себя? Чипсы. Смен закончен. Кофе. Кофе на. Нет, подожди. Кофе готовится еще. Я забыл, что кофе готовится. Все, валите отсюда. Слушай, прикольная эта фигня. Мы, правда, три звезды не... А, ты что стоишь? Ты иди давай, еды больше нет. Прикольная... Даже не отделение, а прикольный функционал, что мы бац из больницы и резко в столовку. И за кого-то другого играем. Прикольно, прикольно. Молодцы с тобой, молодцы. Алмазик получили, получили замечательно. Надо будет как-нибудь серию выделить и поиграть, вот, выбрать такие задания. Потому что тут где-то вот еще было. Да, вот, помогите Эмили в больничной столовой. Надо тоже посмотреть будет, что там да как. Ну а сейчас давай с тобой еще один, наверное, уровень, может быть, два осилим, но маловероятно. Приведите 20-секундную дезинфекцию. Вояка-буяка. Эллисон, это Джо. Ну, привет. Я бы пожал тебе руку, но тогда моя прекрасная дама упадет на пол. Ой, Дон Джон, иди давай тоже отсюда. Я Джо. А, стой, это же водитель, да? Да, это водитель. Я думал, это вояка какая-то. Вояка. Я Джо, работаю водителем скорой помощи. А также я медленно, но верно влюбляю в себя эту потрясающую женщину. Встречаюсь с тобой ради машины. Правда? Ну да, у нее уже есть сирена, и вообще она круто выглядит. Но не так круто, как я. Ну и ладно. Ты чё сюда пришла, вертихвостка, иди отсюда! Ты понял, да? Кстати, о машине. Мне пора идти. Ну, давай иди. Ху! Ты готова, Дженни? Ты за ней следи. Она у тебя вот этого вояку-буяку ведет. Конечно! Люблю тебя и надеюсь увидеть после смены. Следи за ней! Этот мужчина, он просто идеальный. А жизнь гораздо ярче, когда есть с кем ей поделиться. Ну, ладно. Так... Давай кровать прокачаем, и пока все. Что значит проведите 20-секундную дезинфекцию? Как ее проводить? Дезинфекция, пшик-пшик. А, у меня вот, тут еще йод. Хо-хо-хо. Хоть. Это ты. Все, все, вытаскивай, ладно. Не ори, не психуй. Оливер, Оливер, хоть. Иди сюда. Да давай, ты три уже там. Перчатки. У меня есть перчатки, да? Так, тебе ему лицо просто вытерли и... все. Ты. И потыкать успели, и золотые сердца заработали. Давай на кровать. Мне немножко неудобно, что поднос здесь, и здесь какой-то поднос. И я смотрю сюда, думаю, что у меня какой-то бинт и йод. А я такого не брал. Так, скальпель порезали. Выписали. Хоть, давай. Сразу места нет, ложись давай. Ты. Есть, готово. Замечательно. Давай садись на крутой стульчак. Ух ты ж. Садись. Бегу. Так, хоть.
садись. Так, йодик, хоть-хоть. На кровать. На ней приятно и каевно спать. Меня прикалывает, что они сами приезжают. Я бегу я. Они сами приезжают. Давай, садись. Блин, как-то мало людей к нам приходит на вот эту дезинфекцию. Как это сделать задание-то? Нам прям мало людей приходит на эту штуку. Может быть, надо просто взять и постоять и подождать, пока мы ее делаем. Это быстро, там чук-чук-чук и все. Вот, давай попробуем. Да, слушай, мы просто и так по чуть-чуть, вот так вот, не спеша. А, надо было наоборот. Я все правильно делал. А ёб твою мать. Вот я дурак, а взял под конец смены все испоганил. Ты прикинь. Ну кто так еще может? Я только могу. Накладывай швы. А это мы умеем, а это нам в самом начале показывали. Прикинь, все время правильно делал, а тут оказывается... О! Надо было по-другому. Точнее, не надо было по-другому. София классная, она очень опытная, и ничто не может вывести ее. И кажется, я ей нравлюсь. Я! А почему бы и нет? И у меня все получается, я не допускаю ошибок, кроме одной. И я делаю настоящую медицинскую работу. Накладываю швы, извлекаю осколки и просто... Прости, болтаю тут о том, как все прекрасно, и даже не спросила, как твои дела. А и на самом деле все хорошо. В смысле, я до сих пор воздерживаюсь от эфедрина. И даже ремонт больницы идет хорошо, как никогда. Но главное, что мне удалось провести время с тобой. Я бы не справился без тебя, Эллисон. О. А это что такое еще? Мне пора обратно в отделение. Хорошо, увидимся позже. Давай, давай. Нарколыба, не дай бог, что-то употреблять, что-то принимаешь. Так, а что это такое? Ну давай еще один с тобой уровень точно пройдем. Следите за лечением мистера Эшера. Я уже хотела вызывать полицию. Ты так долго обедала с кем-то особенным. Что такое? Звонок тебя спас. Сам приехал, да, опять? Нет, привезли. Кто это? С папой все будет хорошо. А я откуда знаю? Что это? Что это? А, это она представила, что когда ее отца привезли в больницу... Блин, а нам про ее отца-то ничего особо не рассказывали в первую часть. Откуда мы это знаем? Откуда бы мы это бы поняли, если бы вот я не такой был бы умный? Я не знаю. Не волнуйся, с ней будут работать лучшие доктора в мире. На. Эллисон, мне нужна твоя помощь. Я бегу. Бегу, давай, Эллисон, соберись. Ну, давай сначала что-нибудь купим. Нужна моя помощь и съебала. Как всегда. Вот оно, родное отделение. Я нахуя тебе стулья-то купил? Я специально отсюда начал стулья покупать, чтобы вы садились по порядку, ёб вашу мать. А вы садитесь в другом порядке. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Да понятно, вот это вот. Ха-та-та-та-та, вот за это ему. Понял, да? Вот так вот. Я им стулья купил, а они вообще, блядь. Ну кто так поступает? Два брата, акробат. Один хуй, другой лопата, третьего привезли. Да бегу, я бегу. Выписали меня, ты смотри. Берут и садятся куда-куда не надо. Мне назло они это делают. Как черти поганые. Где-то там вообще один осколок. Чё приходил, сам бы вытащил. Давай сразу йодик сделаем. Кому стулья покупала?
Для чего? Лучше бы на тот стул садились, а не «а-а» делали. Оливер, здорово. Лечу, лечу. Та-та-та-та-та-та. Ложись, ложись, ложись. Так, так. Следующий. На кровать. Пока йод возьму. Хоть, хоть, хоть. Хоть, хоть, хоть. Нормально. Коснись. Ага. Понял. Так, йод подождешь. Бегу. Бегу я. Еще кого-то привезли. Тык, 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 тык. Прикольное отделение. Прикольно, что их привозят. Так, что у тебя там? Живот болит? А не, хрен было в столовке чипсы жрать. А я все это видел, ты приходил за чипсами. А мне сообщили. Хоп-хоп-хоп, вот пришлось себя вырезать. Все, что ты съела, пришлось отрезать и выбросить. Я бегу. Бегу-бегу-бегу. Хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Тык-тык. Хоть-хоть-хоть. Скальпель есть. Давай, садись. Что там у тебя? 28 стеклянных осколков. Они действуют наверняка, да? А, нет, один всего лишь. Ну, ладно. Давай шлеп-шлеп сюда. Вот тебе компрессором по лбу стук. Нашли? Суслика-то нашли, нет? По-моему, нашел. Замечательно. Не, Оливер, по-моему, где-то здесь был, да? Хоть-хоть-хоть. Кого там опять привезли? Что там с ней не так? Давай, садись. Садись, а то помрешь. Хоть-хоть. Да где же вы там шароебитесь-то, а? В первой игре мы у них там всякие блесна находили. Еще что-то. А тут стеклянные осколки. Хотя, стой, стеклянные осколки тоже были, да? По-моему, были. Где шароебец? Это чем надо таким заниматься, чтобы поймать в себя стеклянные осколки? Вот ты мне скажи. Продолжить. Что ж, состояние стабильное. Тетенька, можно с ним поговорить? Попробуй, детка, но он пока не сможет тебе отвечать. На, сразу два, потом три принесет. Один для тебя и один для папы. Папа! А, ну да, это воспоминание. Вот она, и маленькая Эллисон. Пухленькая, пузатенькая, щекастенькая. Что с тобой, Эллисон? Ты целый день сама не своя. Ой, мне это все так хорошо знакомо. Еще видосик. Слушай, сегодня серия прям богата на события. Прям полна сюжета. О нет, мы разобьемся. Не бойся, Элли, у нас есть парашюты, им никогда не поймать нас. И мы жили долго и счастливо, да, пап? Еще как. Теперь давай играть в прятки. И чур не прятаться в легких местах, ладно? Ладно, Элли. 20 19. Мы должны искать. 1 0. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Вот тут-то, да? А если не тут-то?
папочки тут нет. Давай поищем в других местах. Давай, вот здесь. А, вот он! Я нашла тебя! А что с ним случилось? Папа? Он же просто спрятался. Пап, вставай, это не смешно! Папа! Он же просто спрятался. Что с ним случилось-то? Ну ладно, это мы уже узнаем в следующих сериях. Сегодняшняя серия, я тебе говорю, прям богата на события. Мы с тобой два ролика посмотрели, нарколыгу ебаную раскрыли, в столовке-то поиграли, отработали смену, в экстренную помощь перешли, три уровня прошли, и вообще красота замечательная. Надеюсь, что дальше так и будет продолжаться, но мы это узнаем. Узнаем, не узнаем, а узнаем попозже. Поэтому сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай посты. В общем, удачи и до новых встреч.